Це ранок на сьомому, як і обіцяли, зараз повертаємося для того, щоб зустріти нашу гостю. До нас завітала Ірина Сальникова, практичний психолог дитячого садочка. Доброго ранку. Рада вас вітати. Ну, вітаємо, до речі, зі всіма святами. Як пройшли? Хорошо пройшли. Як рік почався? Хорошо. Хорошо, ждем хороший год 2021. Ну, будемо сподіватися. Дійсно, нагадаю, що сьогодні святкується Міжнародний день доньок. Сьогодні іменини у Ірини. А, до речі. Я все хочу зі свят. Ви теж Ірина, бачите, я знаю, про що говорю. Скільки свят у нас сьогодні і всі тематичні. Так. Ну, дійсно, будемо говорити, до речі, з вами і про те, як правильно виховувати дівчаток, чи є взагалі якась формула, чи кожен має вирішити для себе, але, напевно, найголовніше, щоб у дитини не було травм. Правильно? Отже, по-перше, це питання, яке з якого я розпочала за кадром, і мені б хотілося його продовжити. Є така гіпотеза, що дівчаток потрібно все ж таки виховувати як принцес, аби вони дійсно могли це переносити у доросле життя і потребувати до себе уваги певної від чоловіків, а чоловіка необхідно виховувати все ж таки в більш жорстких таких умовах, щоб він був виносливий і в майбутньому міг якось порити з усіма невгараздами. Як? Це правильна формула чи ні? Ну, частина правильна. Звісно ж, дівчинку потрібно виховувати як дівчинку, мальчика як мальчика. Ну і так як в кожній жінці є мужська сторона і жінка, то есть, відповідно, деякі качества мальчика или мужчины, женщин тоже должны быть. Но обычно это какие женские качества, которые являются мужскими. Выносливость, физическая некоторая сила, иногда больше, чем мужчин. Ну и многие такие вот моменты, которые все-таки стоит воспитывать, потому что мир у нас такой, что женщины уже выходят на первый план. Да, ну не на первый, но хотя бы на равный с мужчинами. Поэтому мужські качества тоже не стоит о них забывать, но девичьи, они должны тоже цвести, девочки. Це які? Девичье качество? Так. Ну, во-первых, это адекватная самооценка девочки. Она должна понимать, что она прекрасна, что она все может. И, кстати, есть такое важное разделение, что мальчика стоит хвалить больше за его достижения, а девочку просто так. Потому что она прекрасна от природы, и что если она что-то пробовала сделать, у нее не получилось, это тоже очень хорошо и так далее. То есть девочка должна быть с хорошей самооценкой и понимать, что все, что ей нужно для жизни, уже в ней есть, это нужно только развить и дать возможности этому проявиться как-то. А як зробити так, щоб це дійсно не виросла така собі королева, яка буде там принцеса, яка буде себе нести, нести ось так, навіть горошину відчувати у ліжку і тому подібне, щоб не нашкодити дитині? Тут идет речь о воспитании, о развитии эмоционального интеллекта. Это сейчас мега популярная штука. Что такое эмоциональный интеллект? Это понимание своих чувств, понимание чувств других. И именно если в этом ключе воспитывать не обязательно девочку, человека в принципе, а девочку особенно, то такой капризности. Что такое капризная принцесса? Это человек, который, возможно, пренебрегает чувствами других. Да, может легко обидеть, как-то оскорбить и так далее. Ну, показывает, что он выше, чем другой его собеседник. И вот именно если развивать эмоциональный интеллект, если девочка будет понимать свои чувства, понимать чувства чужого, другого человека, с которым она общается, как он себя чувствует вообще не с ней, то вот этой вот такой принцессности нехорошей не будет. Нести себя нужно, безусловно, но как бы так нести, чтобы границы чужого, другого человека не нарушили. Зараз якось тенденція з виховання взагалі змінюється, так? І ми бачимо, що якщо раніше виховували так більш, скажімо, жорсткіше, так? То зараз враховують особистість дитини. Як ви вважаєте, це взагалі гарна тенденція? Це хороша тенденція. Головне не перегибати, ну, як в будь-якому ділі. Нужно заботиться о личности ребенка, о его душе, но выстраивать определенные границы. Потому что когда ребенок границ не видит и не чувствует, то ему самому от этого совершенно нехорошо. Отже, треба говорити «ні». Однозначно. В яких випадках особисто? Особенно, когда это что-то касается опасности. Ребенок четко должен понимать, что опасно, и тогда это нет однозначно. Есть какие-то определенные команды, ну, команда это немножко относительно, наверное, ну,
команды тоже к человеку можно применить. Например, если ребенок убегает, будь то двухлетний ребенок, и ему мама говорит «стой», он должен остановиться. И ребенка этому нужно приучить, чтобы он не думал, что с ним заигрывают. Тут сказали «стой», а тут опять побежали, а вдруг там машина. Мама ж больше оценивает или папа ситуацию. То есть нужно, конечно. Але батькам, я так розумію, досить важко якось переналаштуватися, тому що ми взагалі виховуємо дитину таким чином, як нас виховували наші. Якось змінити щось у собі? Тут важно і нужно знайти свій путь. Потому что очень часто происходит такое, что мы, когда родители, становимся, когда переходим из позиции ребенка в позицию родителя, мы начинаем действовать либо по подобию родительскому, то есть полностью прокатывать родительскую систему, как нас воспитывали, либо начинаем идти от противного. То есть вот с нами было так, а мы хотим по-другому, поэтому вот я буду вообще все разрешать, или я там буду вот все покупать. Тут нужно понять, что ты — это ты, а твой ребенок — это твой ребенок. И то, как к тебе относились, не обязательно, что это подойдет твоему ребенку. И ситуация от противного тоже может твоему ребенку не подойти. Ты можешь в этом желании все сделать наоборот, упустить какие-то очень важные вещи, которые привили тебе твои родители. Поэтому важно выбрать свою стратегию, посмотреть, что подходит твоему ребенку. Относительно его темперамента, характера, наследственности. Потому что твой ребенок — это уже не только твой ребенок, это твой ребенок твой и твоего половины. У него тоже есть какие-то свои особенности, какие-то свои физиологические какие-то моменты, наследственность и так далее. Є такий ще момент, ось ви казали, що дитина повинна все ж таки дослухатися своїх батьків і чітко реагувати на якісь їхні слова. Але, знову ж таки, є таке, ми вже від нього нарешті відійшли, але все ж таки є такий метод, як фізичне покарання за те, що дитина не слухає і тому подібне. Якщо дитина, ну, ніяк не хоче слухати батьків, як уникнути цього фізичного покарання? Особливо це стосується дівчат. Так. Ну, вот тут как раз, наверное, речь о том, что обычно сейчас вообще же говорится о том, что нельзя бить совершенно детей, это правильно. Но, возможно, когда у человека был опыт такой, что его били, и он считает, что это правильно, он будет применять силу к своему ребенку. Тут нужно понимать, что ты бьешь себя, как родителя. То есть ты уже дошел до того, что все твои к ребенку обращения совершенно им нивелируются, он не слышит этого, не хочет. Значит, что-то ты не сделал. Значит, нужно себя взять в руки и понять, что все, что ты, всю ту агрессию, которую ты хочешь нанести своему ребенку, ты это должен к себе обратиться, а потом уже как-то общаться со своим ребенком. Однозначно бить нельзя. Як це може в майбутньому позначитися на дівчинці, якщо іноді там в дитинстві вона все ж таки мала якесь фізичне покарання? Ну, це однозначно самооцінка понижена і перенос це на будущу свою життя. Тобто вона буде шукати чоловіка, який може з нею так само ставитися? Не обов'язково чоловіка, це може бути пошук такого руководителя, который тебя будет наказывать, или ты будешь сама себя наказывать, вот что-то сделать не так, и уже нужно себя обязательно покорить за это, наказать себя, там что-то не купить или что-то там, ну вот понимаете, да? То есть тема наказания прослеживаться возможно. Скажіть, ще таке питання. Зараз у дівчаток дуже багато того, що вони взагалі бачать, так? І це стосується соціальних мереж також. І бачать, що є зміни, що стосуються, наприклад, майбутніх професій і того, яким чином вони себе бачать у майбутньому. Чи варто якось впливати саме на це з боку батьків? Чи треба якось відпустити і дати дитині самі вирішувати, що їй, чим їй займатися? Є така тема, як предназначення. Якщо у чоловіка воно є, є талант к чему-то, он обязательно это найдет. Это может пройти через какие-то другие профессии, через поступление не в тот институт, или в который сильно советовала мама, папа или бабушка, или в котором были связи, или что-то подобное. Вот. Но человек потом обязательно себя найдет. Поэтому направлять стоит. Важно тут давать информацию.
да? І не старатися через ребенка реалізовувати свої нереалізовані моменти. Вот это очень важно. А з якого віку треба починати вже придивлятися на особистості дитини і на те, до чого вона схильна? Ну, это дошкольный возраст, уже видно, понимаете, дети играют в разные игрушки. Кому-то интересны куклы, кому-то конструкторы, кто-то любит что-то перестировать, кто-то мелкие вещи складывать, ну, там, бусинки и так далее. Кто-то любит танцевать, кто-то хочет петь, и это видно по детям. Главное, эти задатки, особенно касательно, если мы сегодня говорим о дне дочери, просто взращивать, высматривать у ребенка своего и давать ему возможность проявлять. Хочу продовжити саме цю тему. Досить часто буває так, що дитину віддаєш кудись, на якісь заняття, там, наприклад, танці, чи спів, чи щось подібне. Вона перший якийсь період досить гарно все це сприймає, а потім вже набридає, і вона не хоче цим займатися. Чи треба якось впливати на це, намагатися, так скажімо, насильно її туди водити, чи треба щось змінити? Это прям совершенно близкая мне тема, и часто об этом думаю, потому что у меня как раз дочка, все сходится, у меня как раз дочка ходит на танцы, и как раз сейчас такой период, когда она на танцы находить не хочет. И понимаете, в чем дело? Тут важно, опять-таки, вернусь. Увидеть, есть ли у ребенка эти таланты. То есть, если я вижу, что у меня ребенок очень красиво двигается, и ей у нее это получается, и это говорят преподаватели, и тут она вдруг не хочет, ну, понимаете, трудиться никто не хочет особенно, растяжки, это все неприятно, то стоит немножко ее придержать. То есть я не говорю, что там насильно как-то, возможно, какими-то мотивацией какой-то особенной. Возможно, мы после тренировки куда-то пойдем и так далее. Но здесь стоит немножко дожать. Вот это не называется надавить, это называется дожать. А вот если, допустим, я ее водила на карате, и вот она категорически не хотела. Вот тут нужно было задуматься. Если бы говорил тренер, что нет способностей. И вот, понимаете, если мы пытаемся проявить что-то свое, либо просто проявить насилие к ребенку, тогда категорически нет. Если ты понимаешь, что ты делаешь благое дело, и тебе ребенок потом скажет спасибо за это, тогда стоит немножко... Ну, это... Ну, мені здається, до речі, треба враховувати ще і те, що може бути напрямок, саме танці, наприклад, це подобатися, а, наприклад, колектив, так, чи студія, в якій вона займається, може не подобатися. І це також впливає на рішення дитини, так, і за цим, мені здається, треба також слідкувати батькам. Совершенно верно, да, то есть ребенок может танцевать хотеть, но ему физически тяжело, и либо ему не нравится коллектив, или хуже того тренер. Да? Тут, возможно, стоит поменять тренера, но не менять направление. И еще такая штука, сейчас в нашем мире многие боятся детей, как бы, чтобы они не получили негативный опыт. Чтобы им все нравилось. А не может быть такого, понимаете? Во взрослой жизни детям не всегда все нравится. Взрослым не всегда все нравится. И ребенок должен тогда понимать, что он должен смириться с некоторыми вещами, которые ему не симпатичны, они не критичны, они не нанесут травмы. Но это надо пережить, это надо так, закрыть где-то на это глаза. То есть только положительный опыт – это не самый лучший метод воспитания. Це правда, що саме у дошкільному віці дитина найчіткіше зрозуміє, що їй подобається. Тому що потім вже починається, там, мені там дівчина, яка подобається, чи хлопець, він цим займається, я теж цим хочу займатися. Чи потрібно звертатися, знову ж таки, до того, що дитина полюбляла в дитинстві, чи дозволяти, скажімо так, там, захоплюватися чимось, що дійсно, ну, ти знаєш, на 100%, що вона там не може займатися тим самим карантином, тому що в неї все з рук постійно летить і тому подібне. Прислушиваться к детям надо, и, возможно, нужно дать возможность где-то попробовать. Даже что-то не своє. Тобто все, що хочеться, особливо в якихось навичках, давати, все ж таки, спробувати. Якщо воно не своє, воно уйде. Тобто ребенок попробує, йому нужно получить свой опыт. Понимаете, чтобы он четко понял, что это мне не подходит. Для того, чтобы это понять, вероятно, нужно туда пойти и попробовать. І ще одне питання в мене є, вже відходячи від цієї теми, які найрозповсюдніші помилки бувають у вихованні дівчаток і як їх уникнути?
самая такая глобальная ошибка – это вводить ребенка в такой в раздрайв тем, что ты должна себя вести как девочка, говорит мама. Ты должна быть такая нежная и в то же время там бьет ее, проявляет совершенно не женское поведение. То есть когда ребенка учат одному, а транслирует совершенно другое. Mm-hmm. Это ошибка относительно девочек, относительно мальчиков, но то есть обязательно об этом нужно сказать. Если ты что-то несешь, ты должен это и показывать, эту информацию. Потом есть такая еще, вот, как по мне, ошибка, она тоже касательно и мальчиков, и девочек, но больше грешат этим именно мамы относительно девочек. Это желание быть подружкой. Mm. Оно должно быть. Это где-то манипулятивная штука, то есть ты такая подружка, и тебе все рассказывают. Ты владеешь информацией, соответственно, контролируешь своего ребенка. Здесь немного неверно. Да, доверие должно быть. Ты должен показывать, что ты ребенка примешь с любыми его эмоциями и так далее. Но позиция подружка – это позиция на равных. Позиция мамы или папы – это позиция сверху. И тогда ребенок знает, что у него есть защита. Понимаете? Подружка не всегда, разрулит твои проблемы какие-то, а вот если ты обратишься к взрослому человеку, который опытный, имеет какие-то сферы влияния, то тут более важно. Ну, говорить о том, что ты девочка, ты девочка, ты девочка постоянно. То есть почему говорят, что если уже происходит какое-то физическое взаимодействие плохое, типа драки или потасовки какой-то между женщин, то это обычно очень жестоко. Потому что когда девочки все время говорят, ты девочка, ты не должна кричать, ты не должна ругаться и так далее, она в себе эти чувства подавляет. Они же есть. Угу. И рано или поздно что-то щелкает, и проявляется это все в очень таком... фонтанирует, феерично все это проявляется, поэтому вот постоянно шаблони эти накладывать тоже нежелательно. Тобто, якщо треба все ж таки виховувати і дівчачі, і хлопчачі такі якісь навички, якщо дівчинка десь там повела себе не як дівчинка, то ні в якому разі не можна казати, ну ти ж дівчинка, ти дівчинка, ні в якому разі не можна так робити. Говорити можна, але прям не утрирувати це все. Да, сказати можна о том, що там, возможно, дівчинки так себе не ведут, или ты видел, чтобы вот у тебя есть подружка, ты там сильно она тебе нравится, вот она ведет себя так, мама, предположим. Так? Да. Або ж там мама, да, ты бачила, якусь мама так. Все ж таки, мама. Я так розумію, найбільше спосіб виховувати правильно дитину, це, по-перше, бути самим прикладом того, як потрібно поводитися в житті, і вже потім цього вимагати від своєї дитини, правильно? Совершенно замечательна англійська пословиця, перестаньте воспитувати своїх дітей, воспитуйте себе. Это золотое правило. Підводячи підсумки, може є якісь деякі основні поради для батьків саме дівчаток? Это лично мой опыт и то, что я для себя придумала, когда у меня родилась дочка, я себе сформулировала так, что рождение сына – это как получить Нобелевскую премию. То есть это заслуженно, нужно много трудиться и так далее. Девочка – это счастливый лотерейный билет. Mm-hmm. Вот и относиться к ней нужно так. Ты прекрасна. Я тебя люблю, у тебя все получится. Вот так вот. Позиция безусловной любви для девочки, как для цветка такого, она очень важна. Дякуємо вам за те, що прийшли до нас. Дякуємо за дуже гарну співбесіду. І нагадаю, що в нас в гостях була Ірина Сальникова, практичний психолог дитячого садка.